Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Внимание руководителей организаций, предприятий, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии железнодорожной части города. В связи с проведением ремонтных работ Печорская ГРЭС на магистральном трубопроводе тепловых сетей будет приостановлена подача горячей воды в период с 3 по 6 августа. Администрация «Тепловая сервисная компания» приносит извинения за доставленные неудобства в связи с отсутствием горячей воды. Уважаемые жители и гости Печоры, приглашаем вас 1 августа в 9 часов на ярмарку выходного дня, которая состоится на территории, прилегающей к торговому комплексу «Нефтяник» по адресу улица Мира, 8. Ярмарка проводится в рамках реализации проекта «Выбирай наши». Вниманию покупателей будут предложены товары сельхозпроизводителей Печорского района. В буровую компанию для работы в городе Печора требуется инженер по охране труда и технике безопасности, бухгалтер. Обращайтесь по телефону 8-912-954-02-60. 6 июля около 22 часов с балкона третьего этажа в районе аптеки номер 19 выпал кот. Взрослый 6,5 лет. Веслоухий с характером, отзывается на кличку Шер. Нашедшего просят позвонить по телефону 8-912-123-07-68. Юлия, вознаграждение гарантируем. В оконную компанию в городе Воркуте требуются опытные установщики изделий ПВХ. Работа вахтовым методом. Зарплата 90 тысяч рублей. Информация по телефону 8-912-173-23-33 или на сайте. В районе домов 29 и 31 по улице Железнодорожной пропала кошка-инвалид. Ее очень ждут дома. Телефон 476-44. Звонить круглосуточно. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.